Всем привет, народ! Сегодня мы уже будем торговать. Итак, нам нужно здесь дождаться отличного сигнала. Вот видите, вот такого вот. То есть дожидаемся зеленой свечи и будем ставить на разворот. Будем ставить на повышение. Пока вот идут все свечи, которые пробивают вот нижнюю границу Боллинджера, мы пока не торгуем. Нужно нам дождаться хорошего сигнала. Как вы могли заметить, вот мою торговлю, вы видели, как я безопасно торгую, да? У меня депозит там в $5000, а я ставлю там 20-50 долларов на одну сделку. То есть очень-очень безопасно. Я принял решение в этот раз торговать немного пожестче. Буду, вот видите, депозит 170, буду ставить 10 тысяч на одну сделку, так как я до 3 убыточных сделок не дохожу. И я себе поставил цель, что в этом месяце я заработаю, конец этого месяца и следующий месяц, я смогу заработать 1 000 000 рублей за 2 месяца вот вместе. Вот сегодня у нас какое? 18 число. Конец июля и за август я себе планирую заработать 1 000 000 рублей. Я это смогу заработать, потому что я в себе уверен, я знаю, что я смогу эти деньги заработать, так как я очень безопасно торгую, так как я торгую в определенных ситуациях. Я не торгую как попало, я торгую только там, где я уверен в своих силах и там, где я уверен, что я смогу заработать. Так что почему бы не поставить побольше денег и заработать, конечно же, больше. Была у меня в прошлом месяце, конечно же, просадка. Так, здесь главное не пропустить сигнал. Главное здесь не пропустить сигнал. Вот здесь пин-бар же был, ну как такой, был такой разворот. Ставим. Сейчас произойдет разворот. Не успел. Так, все, отлично. То есть, вот эти вот сделки мы догоном добьем. Это по-любому мы добьем догоном эти сделки. Так, немного так опасно, но все должно зайти. Можно было, конечно же, зайти на где-то на 2 минуты, на 3 минуты. А, говорил, что в прошлом месяце я подслил 700 тысяч. 770 тысяч. Произошла у меня просадка. Я уже просто хотел добить до 300, чтобы прошлый месяц у меня закрылся. Но немного пожадничал. Но и так хорошо, я в прошлом месяце заработал сколько там, 230 тысяч. Отлично, закрылась. Так, две закрылись, две не закрылись. А, отлично, одна возврат и две закрылись. Отлично, заработали, ждем еще сигнала. Так, сейчас... Видите, мы дождались такого вот отката. Сейчас на самом деле опасная ситуация. Может вот так вот вернуться и опять вот до этой вот линии опять идти на понижение. А может и пробить вот эту вот среднюю и идти на повышение. Так что здесь не входим в сделку, а ждем сигнала. Еще, думаю, одну сделку на 10 тысяч поставить и завершить торговлю. Получается, а, кстати, у меня же VIP-счет. Я думаю, почему у меня аж 90%? Очень, конечно, радует. Получается, мы минус 10, то есть мы в плюсе сейчас. 10 подслили. На 8 тысяч, получается, мы сейчас в плюсе, да? Сейчас подождем просадки вот здесь и зайдем на минуту на повышение. Если что, добьем догонами. Вот еще может произойти.
Видите, вот уровень. Видите, уровень. Ниже не опускается. Можно смело еще одну поставить. Видите, бьется. Бьется на уровне. Значит, сейчас будет отскок. Отлично. Иди сюда, родной. Давай, давай, зайди. Что у нас? Возврат дали. Отлично, мы даже не потеряли первую сделку. Смотрите, какой был жесткий уровень здесь. Раз не пробило, два не пробило и третий раз не пробило. Одна есть. Боже, какой приятный звук. Вот это я понимаю торговля. Вот это я понимаю торговля. Смотрите, смотрите, что произошло. Сколько мы с вами сегодня заработали? Раз, два. Два возврата. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть на девять. Шесть на девять, 54. 54 минус, минус 10. 44. 44 тысячи заработали. Блин, шикарный результат. На этом, народ, нужно остановиться. На этом нужно теперь пойти, не знаю. Нужно это все отметить. Нужно это все отметить китайским пивом. Отлично, видите, идет коридор. Смотрите, какой идет коридор. Раз уровень, два уровень, третий уровень. Раз уровень, два уровень, третий уровень. Вот такая вот торговля получилась. С вами был Рэпер Трейдер. Всем пока.